Продолжаем запись.
сильно хоть ветерок. Точно будет скоро дождь. Здесь по сравнению с Донецком сильных ливней с сильными грозами так ни разу и не было. Может и морозов сильных не будет. В Донецке сильные морозы в начале декабря, в начале января. По-моему, в районе что, и в феврале. Так, и главное, что он не больше, чем неделя. А декабря тоже не сильно мороз, не забыл, там снег повалил. Косточки крупные.
Я, как вы заметили, яблоки я вообще-то не мою. Тем не менее, у меня никакого расстройства желудка нет. У меня очень сильный иммунитет. Единственное, что я яблоки обрезаю там, где подмешиваю. И червивые, это факт. Но я их все равно не мою. Большая часть иммунитета находится, как вы думаете, не в крови. Не в крови. Именно в желудке, слышали, в кишечнике. Раз именно туда поступает большая часть вредоносных веществ. Ну, легкие носоглотки, это понятное дело. Но вместе с пищей чаще всего возникают пищевые отравления. Поэтому там-то и нужен иммунитет. И если у человека микрофлора, так называемая, развита хорошо. Есть аппендицит неудаленный. Вот. Значит, у него будет все в порядке. Сегодня вторые сутки я не ходил в туалет. Но вы меня поняли, да? Не опорожнял кишечник. Может, к вечеру приспичит. Ну, как по мне, если человек правильно питается, то чем реже, тем лучше. А чем ходить в туалет? Яблоками? А яблоки полностью утилизируются. Полностью усваиваются. Теперь можно приступать к чтению. Продолжать.
завис.
точно перебор. Когда блин, папа приехал, мне... сделал мне нервы. Ugh.
Нифига себе новости. Mozilla, блин. Аварийно завершила работу при почти 20% загрузки. Долбануться, блин. Рём Mozilla долбаная тормозила, да? Блин. У меня был Яндекс, надо было его оставить. Да, вот ведь задача. Вам хорошо, вот ведь задача. А нам все заново начинает. Сейчас посмотрим, может продолжится. Я ж ничего сложного не делаю. Редактирую свой канал всего лишь там. Идет параллельная загрузка. Что такого сложного?
какие-то, даже если прерывалось, теперь оно делается так, что продолжается. Раньше такого не было, заново начиналось. Почти плюс 31.
23 часа. Семь гигабайт. 20 часа обрабатывать. Интересно, сколько потратил времени, чтобы их загрузить. А сейчас, допустим, загружается файл. Да, ну это надо, блин, чтобы каждый день я был подключен к нету. Вот. А так я уже только начинаю с часа ночи и до 7 часов утра двое суток загрузил вообще-то. В смысле, 2 дня. Именно обработанных. Короче, за 7 часов обработанного видео. Тормажит компьютер, потому что он перегрет. Два 72 гигабайта. Это обработанное видео за 2 дня. 22 часа. Ну, короче, около 20 гигабайт. Может, там 18 гигабайт. Почти 3 получилось обработанное. Разница есть.
сейчас пишет 281 минута. 240 это 4 часа. Почти 5 часов осталось. И то. Ладно, в принципе, пусть загружается. Нельзя, чтобы не обрабатывать. Тут два варианта. Либо не будет звука. Я ничего не смогу рассказать. Больше микрофона нету. Там уже слабки, там вообще качество еще хуже. Вот. Но зато будет быстрее загружаться, не будет обрабатываться. Ну а сейчас не могу через веб записывать, потому что там что-то. Микрофон, блин, отключил на свою голову. Вот. И куда-то он пропал. Она как-то с там застыковалась. Обновить этот драйвер, блин, микрофон. Я чувствую, там где-то скоро сдохнет. Это у меня сейчас обрабатывается 10:08. 11:08, даже еще не начинаю обрабатывать. А уже записываю 12, второй файл. Как бы по большому счету, то, что я по ходу дела рассказываю, оно как бы не столь существенное, как сам факт того, что я действительно кроме яблок ничего не ем. Это главное видеть это. Ну а для тех, кому не обязательно это видеть, главное, чтобы оно было записано и загружено. Так ведь? Вебка бы с этим замечательно справилась. Но пока по техническим причинам вебка не работает. Виктор пока не в контакте. Чем-то занят. Вот, пока я не могу с этой разобраться.
Почти сутки уже. Уже 90% общий прогресс. Вот же, блин, зараза.
Мало лезет крыжей. Молоко сосать она уже не пускает. Блин, отец 2 пакета литровых молока. Совсем мало показалось. Все в каше. Косточки полопали, а молоко сейчас каша кисит. Мне нравится это молоко. Потому что холодное. И потом начинает трусить. Эх, блин, ладно. Все виснет. Почитаю я так, значит. Хотя я уже и читал. Поскольку все виснет. Повторение, мать учения.
Мик, а угомонись.
13-го я знаю. А у меня ночь что-то сейчас теперь есть. Просыпаюсь подключиться к нету, вроде на 12 заводил, просыпаюсь, у меня на компьютере, блин, час. Ж-32. А где вообще этот книг в этих часовых поясах? Аир есть, а Киева нет.